Ребята, привет, привет, привет. Репостик, если можно. Репост. Здорово. Здорово, здорово, здорово. Добро пошло. Вот, ребят, смотрите, какой вид. Вчера тут тоже зажигали, ходили, короче. Привет, Серега, привет, привет. Погода отпад. Да вообще ясная погода. Сейчас вам покажу немножечко инсайда, ребят, следующий ролик, который выйдет на моем канале для подписчиков Перископа. Короче, ребят, смотрите, немножко покажу вам инсайда. Слушайте, это вообще шикарно. Ждите ролика. Ждите ролик. Ролик следующий как раз выйдет именно с квадрокоптера. Над морем снимали, над горами снимали. Да. Берег, сам управлял дроном, там, короче говоря, фантомом. Следующий ролик выйдет как раз вот. Над морем снимали, и еще сейчас один вам покажу. Боятся, думают, как заливать ее в море, над Масадой покажу немного. Воду, потому что боятся, что она высохнет. Тут и высохнет, а боятся же брать все. Да. Нет. Вот Масада, которую мы снимали сверху. Там немножко еще осталось домонтировать, доделаю, и скоро все увидите. Но виды тут реально потрясающие, ребят, тут как бы вопросов нет, да. Лондона и Парижа. Вода со льдом. Пожалуйста, то есть у него дальность полета, да, сколько по времени? Прикольно, конечно. Смотрите, какая красота. Какая же красота. Ой, хорошо, да как, а. Да, еще и погода. Да, погода ничего. Сейчас на море пойдем. Да. Ой, ребята, круто. Да, 14 этаж у нас. Смотрите, какая высотища. 14 этаж. Не знаю, тачек хороших вообще не видел в Израиле. Таких вот, знаете, чтобы прямо от души там. Rolls-Royce, например, там, или Бэха новые там, или, например, там Aston Martin, или Bugatti. Ну, нет тут таких машин. В основном вот такое, ну, там среднего там такого есть уровня, да. И причем тачки очень дорогие. Вот, посмотрите. Иорданские высоты. Да. Иорданцы любят у нас гостевать. Они экономят. Это. Ну, да. Нет, потому что у них нету таких отелей. А если отели, то они очень дорогие. Вообще все строят, все это. Все время тут что-то строят. Так ты посмотри, раньше море было вот здесь, где память. Да, да, море. А сейчас уходит. Посмотри, уже уходит. Море мертвое уходит, через пару лет можно уже такое. Говорят, метр в год убывания моря. Метр в год, вон соленые даже эти появляются. Соленые острова. Острова. Ну да. Кстати, с дрона было хорошо видно вот эти вот ямы солевые. Да, ямы солевые. Раньше, 10 лет назад или 15 лет назад, прям смотришь, ну, проявляется. Не, я потом объясню, зачем эти ямы. Проявлялись такие пятна маслянистые. А ямы, потому что, когда вода отходит, проявляется, это же все ил и соль и все это. И человек, который мог пройти, он мог просто упасть в пещеру. А так что, скоро новый ролик, ребята, на канале. Мы снимаем в Израиле еще 3 видоса у меня уже готовых. Осталось только залить. Все, ребятки, чао. Добра вам и позитива. Пока.